Мероприятие это проводилось и ранее. В нашем учреждении работает свыше 600 медицинских сестер. Это огромный коллектив. Это огромная работа, которую они делают, ведь все мы знаем, что 70% успеха в лечении пациента – это то, как его будут выхаживать после операции, после манипуляции, ставить капельницы, улыбнуться ли ему, как о нем позаботиться. И это все на руках медицинских сестричек. У нас действительно коллектив. У нас 71 медицинская сестра трудится более 30 лет в нашем медицинском центре. 14 медицинских сестер награждены знаком отличника здравоохранения и 23 почетные грамоты Министерства обороны и Министерства здравоохранения получили. Поэтому я считаю, что у нас очень богатый в профессиональном плане коллектив медицинских сестер. Я очень горжусь своими сестрами. Готовилась не я одна, готовилось все наше отделение. Моя победа – это достижение нашего отделения. Каждый внес частичку себя, оставил в этом конкурсе, дал мне эту веру, поддержку, чтобы я победила. Я очень рада, эмоции вообще не передать. Для меня это прям вау. Я раскрылась за 3 месяца очень сильно для себя, рассмотрела все свои стороны. И единственное, что хочу сказать, нужно совершенствоваться всегда, чтобы быть первым. У нас очень дружна была с девчонками атмосфера с первого дня. Мы вот как одна команда, у нас никто не боролся за первое место какое-то. Мы все были рады и переживали одна за одну. Участие, что жюри беспристрастно.